Всем доброго времени суток, это Gadget X. Компания Ulefone анонсировала смартфон Power 3S. Как несложно догадаться, из названия он представляет собой обновленную версию недавно вышедшего Power 3. Производитель уже поделился подробностями о технических характеристиках аппарата. Одним из изменений стал аккумулятор большей емкости. Напомню, что в оригинальном Power 3 установлена батарея на 6080 мАч. Новый Ulefone Power 3S оснастили аккумулятором емкостью 6350 мАч. Производитель уверяет, что смартфон способен проработать без подзарядки 4 дня. Также он поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью 5 вольт 3 ампера, позволяющую полностью зарядить смартфон за 120 минут. Смартфон получил 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 на 1080 пикселей. За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio P23, работающий в паре с 4 гигабайтами оперативной памяти. Объем встроенного хранилища составляет 64 гигабайта с возможностью расширения картами microSD до 256 гигабайт. Также аппарат способен похвастаться двумя двойными камерами. Задняя пара с разрешением 16,5 мегапикселей и передняя пара 13,5 мегапикселей. Для защиты личных данных Power 3S оснастили сканером отпечатка пальцев и функцией распознания лиц. Работает гаджет под управлением Android 7.1 Nougat с последующим обновлением до Android 8.1 Oreo в марте этого года. Отмечу, что обычный Ulefone Power 3 с не менее впечатляющим аккумулятором на 6080 мАч, таким же 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и тонкими рамками 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ сейчас можно приобрести со скидкой.